В Нерюнгри начала работу программа «Защищенный город». В общественных местах установили 80 видеокамер с выводом их на общегородской пульт, находящийся в ведении компании «Лифтремонт». План установки аппаратуры был согласован с правоохранительными органами. В первую очередь постоянным наблюдением обеспечены места частого пребывания людей, дворы многоквартирных домов и общежитий, темные зоны, они чаще попадают в криминальную сводку. Охотское море продолжает забирать берег у Магадана, даже после его укрепления в бухте Нагаева. Ученые связывают это с тем, что энергия морской стихии перераспределяется на другие участки. Геологи осмотрели обрыв у пляжа. К краю лучше не подходить. Прогнозировать, когда конкретно море заберет очередные сантиметры, сложно. Проблемой занимаются в общественной палате региона. Ее эксперты разработали свои предложения. Выровнять часть берега бухты Нагаева, облегчив морю его работу. И главное, провести подробные исследования разрушительной силы водной стихии. тысяч тонн картофеля планируют собрать в этом сезоне аграрии Хабаровского края. Это количество должно закрыть потребности региона на 65%. На поддержку поставщиков из Приморья торговые сети особо не рассчитывают. Часть урожая в регионе погибла из-за наводнения. Уборка в Хабаровском районе идет уверенными темпами. Погода благоволит. Сейчас стоимость клубни на рынке в среднем от 50 до 80 рублей за килограмм. Сотрудники Камчатского краевого музея со столетней историей готовятся к масштабной межрегиональной выставке «Образы Арктики» в Салехарде. Главная мысль экспозиции – диалог человека с природой. Часть предметов хранители уже отобрали. Это макет байдары, которая была характерна для коряков, нымыланов, и итальменские плетеные сумки, алеутскую шапку с длинным козырьком, защищавшим морского охотника от солнца, и много других бытовых вещей. Выставка в Ямало-Ненецком автономном округе откроется 29 сентября. И продлится до 10 декабря. Впервые на Сахалине Свердловский академический театр драмы покажет 6 спектаклей. Выступления на острове стали частью больших обменных гастролей, в которых участвуют сахалинские и уральские артисты. Открыли марафон в областной столице показом Анны Карениной. Постановка собрала полный зал зрителей. Чтобы привезти оборудование и реквизит на Дальний Восток, понадобились 3 фуры. Делали это за месяцы до гастролей. В Екатеринбурге актеры сахалинского Чехов-центра в свою очередь покажут 5 постановок. Филиал Дальневосточного федерального университета скоро откроется в Гуанчжоу. Он станет первым российским вузом в провинции. Соглашение об этом подписал ДВФУ с университетом Синьхуа. Высшее учебное заведение будет готовить специалистов для Китая в области экономики, менеджмента, международных отношений и биомедицины. Планируется, что филиал университета в КНР будет запущен уже в 2024 году. При этом стажировки и практику с погружением в русскоязычную среду студенты из Китая смогут проходить в ДВФУ.